такое понятие поколение 80, называется. К нему относятся люди, родившиеся там в годах 79-81-82. Да? Вот, 78-82. Вот в этом диапазоне. То есть те, кто попал на этот исторический излом, оказываешься на трибуну без идеологической составляющей. Ты же не комсомолец, ты уже не пионер. Ты в голове, по крайней мере, точно, да? Но ты не капиталист. Ты видел все это горнило 90-х, братков, там всю вот эту фигню ты видел. И вот нужна была, не знаю, для меня, я, по крайней мере, для себя, вот и попытка там как-то реализовать себя.